Всем привет! Сегодня я расскажу, точнее покажу некий секрет, очень важный, который показал Слободян. Вот есть видео, где на этом видео Слободян Андрей в Корее показывает свой первый прототип генератора на 1 киловатт. Здесь у него видим стенд с лампочками, коробочка и так далее. То есть здесь самое важное, обратите внимание, вот весь этот генератор, он очень и очень маленький, посмотрите. И пульт управления, точнее контроллер, как каждый магнит, каждая катушка должна крутиться здесь. Далее он это все показывает, демонстрирует, запускает, кстати, от руки. Многие спрашивали, почему он, то есть там, где я ездил в Корею, запускал этот двигатель от розетки, тот свой большой генератор. Ну, здесь он просто пускает. Вот еще раз обратите внимание, очень внимательно посмотрите. Он просто берет, видите, рукой чуть-чуть крутанул, и эта система работает. Понимаете, да? А этот генератор, ему нужно, чтобы стартануть, нужен вот этот вот двигатель. Он же двигатель, он же и контроллер, чтобы он и тормозит, и запускает этот же генератор все вместе взятое. Далее, смотрите еще самое важное. Многие наверняка это видео не видели, хотя это находится видео с 2016 года. Обратите внимание, он полностью рассказывает, как устроен его контроллер, показывает все, да? А теперь самое, как говорится, изюминка. Сейчас я вам покажу. Он берет этот свой генератор, показывает подложку, что там ничего нету, что и быть не может никаких аккумуляторов. Далее, смотрите, он его полностью разбирает. И вынимает все, свои магниты. И также разбирает вот эту вот саму установку. Можно подумать, что там находятся магниты. И вот здесь показано катушки. Все, фактически все полностью. Я ссылочку поставлю на это видео. Разбирает, чтобы вы убедились, что нету там никаких аккумуляторов. И тем не менее, то есть, о чем это говорит? Это лишь говорит об одной простой вещи, что несмотря ни на что, даже, ну, скорее всего, очень в ближайшее время Андрей разберет вот этот свой барабан и покажет, что там нету магнитов, что там нету никаких аккумуляторов, что там просто стоят магниты и катушки, и все равно будут говорить, что фейк. Что изменилось, когда он разобрал вот это вот? Понимаете, да? То есть показал внутреннее устройство, как оно все собрано, устроено и так далее. И тем не менее, все равно никто ему не верит, считает, что там находятся аккумуляторы. Понимаете, да? Вот и все. То есть фактически ничего не поменяется. То есть ссылочка будет под видео, вы внимательно все посмотрите, как, что эта вся вещь устроена. Ну вот такое вот видео на сегодня. Так что всем всего хорошего. Подписываемся на канал и посмотрите это видео внимательно полностью.